постараться не выключиться из игры, сохранить тепло в мышцах, набрасывает на себя полотенце. Ну, насколько я понял, Динаре будут фиксировать голеностоп сейчас. Это искусство врача, да, потому что повязку надо наложить одновременно и действительно жесткую, в то же время она не должна сковывать работу сустава. Динара улыбается. Ну, вы знаете, вот такие вещи, это, конечно, очень неприятно, да, потому что, в конце концов, это не только смазанная концовка сезона, но и неизвестно, когда начавшийся подготовительный период к следующему году. Ну, Динара улыбается. И, тем не менее, вот это вот такие вещи... Это все-таки следствие тех нагрузок, которые были, сумасшедших нагрузок, которые выпали на долю Динары Сафиной за последние полгода. Ну, что-то врач там разошелся, все клеит и клеит ногу, я не знаю, как вообще в кроссовку поместится там нога Динары. В общем, такое ощущение, что она как раз такой вопрос с улыбкой задает врачу. Вообще, в кроссовку-то я помещаюсь. Ну что ж, в общем, в ближайший гейм 2 будет ясно, позволит ли состояние голеностопа Динары продолжить ей игру в этом матче. Напоминаю вам счет тем временем 40-15, 2-2 во втором сете, равная борьба и 40-15 на подаче Динары. Ошибается Лена, немного в коридоре приземляется мяч, но удалось выиграть вот это вот... Победное очко Динаре сейчас в этом розыгрыше. И есть у нее еще одна минутка на то, чтобы разобраться там с кроссовкой. Перешнуровать ее так, все сделать поудобнее, покомфортнее. Еще небольшая пауза, которая, наверное, не лишняя. Да? Не выключилась ли из борьбы Дементьева? Тоже такой вопрос, на который получим ответ в следующем гейме на подаче Елены. Пока 3-2. Динара впереди. Вот эти две дамы с российскими флагами, они действительно русские. Они на первых матчах Динары так за нее болели, так...